Итак, смотрите, сейчас я вам покажу игрушку из детства, которую мы делали из спичек, бумаги вот такой вот, из-под сигарет или из-под шоколадок. Вот, собственно говоря, брали вот так спичку, заматывали, и получались вот такие вот ракетки. Как это все действует, вы, наверное, уже догадываетесь. Берем спичку, поджигаем, смотрим. Так. О, видите, сработало. Так, следующее. Это не сработало. Ну, в общем, из трех, из пяти спичек сработала только одна ракетка.